Повышения пенсионного возраста в России не будет. Об этом заявила вице-премьер России Ольга Голодец. В то же время чиновница не стала комментировать ситуацию с предполагаемым повышением возраста выхода на пенсию для чиновников с 60 до 65 лет. Вице-премьер не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, как сообщает ТАСС. Напомним, ранее главы Минфина и Минэкономразвития, а также целый ряд федеральных чиновников лоббировали повышение пенсионного возраста в России. По их мнению, это позволило бы уменьшить дефицит пенсионного фонда и сократить расходы федерального бюджета. Сегодня глава региона Виктор Назаров дал большую пресс-конференцию, которая посвящена вопросам социально-экономического развития Омской области. На открывшемся мероприятии в облправительстве чиновник первым делом начал с вопросов о бюджете региона. По его словам, за 2015 год правительство сэкономило 170 миллионов рублей. Эти деньги планируется пустить на компенсацию на детсады, а также пособия для многодетных семей, которые взяли детей на опекунство. Говорим о импортозамещении, говорим о стабильной ситуации в сельском хозяйстве, а с другой стороны у нас по 2015 году прибыль крупнейших налогоплательщиков упала практически в два раза. Это крупнейшие налогоплательщики, это «Газпромнефть» и «Сбербанк». Я уже говорил о том, что сегодня не выставили нам Кроме того, Виктор Назаров рассказал об изменениях в структуре регионального правительства. По словам председателя областного правительства, его заместителями останутся Станислав Гребенщиков, Игорь Бондарев и Владимир Компанейщиков. На должность первого заместителя назначат Андрея Новоселова, который переедет в Омск из Хакасии. Напомним, пока ее занимает Вячеслав Синюгин. И говорим о импортозамещении, говорим о стабильной ситуации в сельском хозяйстве, а с другой стороны у нас по 2015 году прибыль крупнейших налогоплательщиков упала практически в два раза. Это крупнейшие налогоплательщики, это «Газпромнефть» и «Сбербанк». Я уже говорил о том, что сегодня не выставили нам Почти половина россиян смотрят в будущее без оптимизма. По данным ВЦИОМ, 48% жителей страны уверены, что самые сложные времена в экономике страны еще не преодолены. Это на 8% больше, чем в июле, и на 17% больше, чем в мае текущего года. При этом почти 20% опрошенных считают, что сложные времена уже позади. Еще 23%, что страна переживает их в данный момент. По данным опроса, сейчас ситуацию в стране положительно оценивают 17% жителей, нормально 60%, плохо 19%, тогда как в январе эти доли составляют 14, 66 и 16% соответственно. Также социологи отмечают, что россияне уже не столь оптимистично смотрят в будущее. Индекс социальных настроений снижается уже в течение 4 месяцев. В сентябре показатель опустился до 58 пунктов, что ниже на 15%, чем было в мае. Напомним, в Минэкономразвитии России считают, что экономика страны преодолела дно в июне-июле и рассчитывают в дальнейшем на рост ВВП. Зарплаты маленькие у людей. То есть по соотношению роста цен зарплаты вообще не увеличиваются, даже уменьшаются, как у педагогов, например. Им даже урезали зарплату, а сейчас переносят сроки ее выплаты. Как людям жить дальше, я вообще не представляю. Понятно, что то, что нам рассказывают по новостям, мы это видим каждый день и слышим. И каждый может составить свое представление. Но у каждого есть какая-то своя собственная в семье ситуация, да, которая складывается. Кого-то, я знаю, что коснулась эта экономическая проблема, да, связанная с тем, что нашу страну пытаются тиранить, да, там западные какие-то силы. А для многих прошел мимо, и это осталось незаметно. Поэтому, наверное, есть какие-то сложности. Вопрос просто в том, на ком они отразились, а на ком нет. Говорят, что кризис. Говорят, что нет работы, а те, кто хочет работать, он всегда найдет работу. То есть можно сказать, что малый бизнес у нас загибается. Я скажу, что в этом году открыл свое ИП, и бизнес у меня процветает. И помимо этого я еще работаю на работе. Поэтому кризис – это все надумано, а кто хочет работать, работает. В целом, я не знаю, как это, возможно, на нас всех отразилось, но, как вы видите, все работает, все продолжается, люди работают, но цены подрастают, конечно, но что делать? Мы же люди, мы всегда адаптируемся к чему-то.
Администрация Омска не может найти желающих реконструировать один из главных исторических объектов города. На официальном портале госзакупок опубликована информация о конкурсе с ограниченным участием по выбору генерального подрядчика реконструкции двух зданий памятников на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость». По данным портала, для участия в конкурсе не поступило ни одной заявки от желающих. Таким образом, это уже третья по счету попытка властей найти подрядчика, обернувшаяся неудачей. По словам экспертов, на территории Омской крепости к юбилею города из запланированных властями объектов может появиться только ресторан на месте снесенного обозного сарая 1902 года постройки. Здание, признанное аварийным и не подлежащим восстановлению, в ноябре 2013 года было передано в концессию компании «Вентсервис», которая снесла его для строительства ресторана. Антимонопольная служба наложила на Сбербанк России два административных штрафа на общую сумму в 200 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе УФАС, в прошлом месяце сотрудники ведомства рассмотрели два дела в отношении Сбербанка, который рассылал СМС о своих банковских услугах абонентам без их согласия. Такую рекламу в УФАС признали ненадлежащей, нарушающей требования федерального закона о рекламе. В итоге Омская УФАС привлекла банк к административной ответственности и наложила два штрафа. Добавим, если человек не давал согласия на получение СМС, содержащих рекламу, и хочет наказать распространителя, он может написать заявление в антимонопольную службу и в Роспотребнадзор. Дорогое удовольствие под названием ипотека, пишет московский комсомолец в Омске. Россияне всегда с опасением брали ипотечный кредит, боясь попасть в так называемую кредитную кабалу. По данным фонда «Общественное мнение», 69% населения сейчас не просто опасаются ипотеки, а попросту исключает даже возможность ее взять. Причем 24% из них объясняют свою неготовность воспользоваться ипотекой недостатком финансовых средств. Похудевшие кошельки наших соотечественников заставляют их не только забывать о кредитах, а экономить даже на продуктах. Так, 39% респондентов отметили, что уже более полугода покупают более дешевые продукты и товары, чем раньше. Для сравнения, в январе доля таких ответов составляла 22%. Впрочем, кредитный рынок продолжает расти. Так, за 8 месяцев этого года ипотек было выдано на сумму в 653 миллиарда рублей. Вряд ли в данном случае можно говорить о каком-то сильном росте. Речь идет о технической коррекции, обусловленной традиционным повышением активности банков и застройщиков в конце года, констатируют эксперты издания. Законопроект о коллекторской деятельности, работа над которым идет более 5 лет, опять забуксовал. Как стало известно газете «Коммерсант», отрицательный отзыв на него дал Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В текущей версии законопроекта настолько много юридических недочетов, что его необходимо переписывать с нуля, считают эксперты. Видимо, коллекторам придется еще несколько лет ждать профильного закона, а пока взаимоотношения должников и профессиональных взыскателей так и останутся до конца не урегулированными, опасаются правозащитники. Сами коллекторы с тем фактом, что законопроект нуждается в серьезной доработке, согласны. Сейчас ряд положений законопроекта фактически устанавливает труднореализуемые для коллекторов требования. Например, в текущей версии законопроекта записаны нормы, по которым коллектор не может общаться с беременными женщинами или с лицами, у которых есть малолетние дети в возрасте до 1,5 лет. По факту проверить эту информацию невозможно, поскольку должники эти данные банку, а соответственно и коллектору, не предоставляют. В Октябрьском районном суде прошло первое заседание по делу бывшего высокопоставленного полицейского Сергея Клевакина. Об этом пишут «Коммерческие вести». Экс-замначальника управления Министерства внутренних дел России по Омской области Клевакина судят по двум статьям: получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В 2012 году местное ОМВД объявило конкурс на покупку 18 квартир в районах области для своих сотрудников. Список подходящих помещений Клевакин предоставил своему знакомому, директору компании РБТ-сервис Виктору Медведскому. Предприниматель выкупил эти квартиры и реализовал по завышенной на 50% цене. Подсудимый получил в качестве взятки 4 миллиона рублей. Пострадавшей стране был нанесен ущерб в 11 миллионов рублей. Сергею Клевакину грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.